Друзья, всем привет! Этот февраль на редкость выдался дождливым. Серые облака то и дело застилали небо, не давая солнечным лучам попадать на землю. Но какой смысл сидеть дома? Именно поэтому мы опять подорвались с места и отправились туда, где нас никто не ждал. Чуть не увязли в грязи, в прямом смысле этого слова, но были рады повидать Азовское море. Часто в такую погоду нас забрасывают в курортные станицы, но тут мы что-то вдруг решили заскочить в Кучугуры, так сказать, разведать обстановку, ну и показать ее вам. А вот и центральный вход на пляж. Мы проехались по всему поселочку, по центральным улицам. И как вы могли заметить, ну уж очень пустынно и уныло. К сожалению, зима – это самое такое неблагоприятное время года, когда у нас здесь на Кубани очень уныло и очень холодно. Солнечные деньки уже не часто у нас бывают. И в основном вот такая серость. И сейчас вот подойдем к морю Азовскому, посмотрим, как оно бушует, как изменилась береговая линия. Вот посмотрите, оказывается, местные жители даже ходят, гуляют вдоль моря. Все выглядит каким-то неухоженным, разрушенным. Это зима, это не сезон, поэтому здесь немножечко черти что. Видите, как бы набросало всяких водорослей, всякие палки. Ну, море, конечно, как всегда красивое. Сейчас оно особенно выглядит чистым, не таким, как летом. Летом оно, как вы знаете, грязноватое, потому что штормит. А сейчас эта белая пена и большие волны выглядят очень чисто. Дует, кстати, очень такой холодный ветер. Нужно максимально тепло одеваться, прежде чем идти к морю. Но это, знаете, как-то не особо пугает людей, которые любят гулять у моря. Потому что просто свежайший ветер, свежайший воздух. Насладитесь шумом волн. И обратите внимание, как море отточило береговую линию. Летом берег намного дальше, а сейчас вот он выглядит вот так вот. Сидим на берегу Азовского моря сейчас в машине. Я пью чаек, греемся после того, как были на холоде. И наблюдаем за морем. Красиво очень, конечно, но пасмурно.
решили еще съездить в сторону грязевого вулкана. Посмотрите, как обрушился за это время берег. Вот это да. Вот мои какие галоши от грязи. Это мы, кстати, уже дошли до вулкана. Вообще невозможно соскоблить. Ужас. Ну вот мы добрались до самого жерла вулкана Пёклы, где летом любят очень отдыхать и принимать грязевые ванны отдыхающие. Мы тоже любители сюда приехать. Это очень такое всегда веселое зрелище. Наблюдать, как люди полностью в грязи такие чумазые. Вот. А сейчас у нас, видите, из-за того, что проходили дожди, очень сильно наполнилась сама эта чаша грязевая. И большое количество грязи прямо скатывается туда вниз к морю. Вот. Видно такие разводы, круги, но, видимо, даже он еще и булькает. Очень, конечно, интересно посмотреть на вулкан в такое время года, когда он оказывается нетронутым человеком. Но действительно, летом он в два раза меньше по широте. Вы можете, кстати, даже посмотреть мои разные видео, где был заснят этот вулкан. Вот так вот. И, кстати, здесь вот невозможно ничего пройти. Мы еле как шли, потому что вот это все грязь, и ты даже проваливаешься. Вот такой вот вулкан в Кучугурах.